Привет, друзья, с вами Ваймс, и это God of War, который вышел вчера. И, собственно, поехали разбираться, что оно и зачем. А я PS4 включал в прошлый раз примерно, когда Monster Hunter стримил, так что с DualShock'ом мне будет непривычно, но пофиг. Пока что надо разобраться с громкостью, так что говорите. Хотя пока что только тихая непонятная музыка, так что непонятно, что с громкостью. Ну ладно. В общем, я до этого запустил, посмотрел настройки, поставил русские субтитры, английскую озвучку и убрал нахрен motion blur и зернистость. Кроме этого ничего не менял вроде. Так что, с громкостью, по крайней мере в меню. Потому что мне громковато. Но я могу у себя сделать потише, наверное. Ну ладно. Поехали. Ну и да, теперь все будут агриться на то, что это... плойку слышно. Рассчитан на игроков, желающих ознакомиться с сюжетом игры. Рассчитан на игроков, желающих пройти игру, преодолев умеренные трудности, хард и... не может быть изменен. Не знаю, не хочу на максимуме, хочу на харде. Окей, R1. По-моему, все-таки громко. По-моему, все-таки реально громко. Да, я убил дерево. Норм как раз. Тогда секунду, я у себя в наушниках сделаю потише. Окей. Get in the boat, boy. Окей. Кто-то просил показать все настройки. Если я найду где и как. Параметры. Сложность, вибрация. Так. Секунду. Себа Енот, спасибо за 300 рублей. Вам спасибо за контент. Пожалуйста. Игра, интерфейс. Можно
Все отключить можно по выбору. Полезно. Камера, инверсия, инверсия, все такое. Aim Assist зачем-то, наверное. Звук. Видео. Можно вырубить Motion Blur и... как она называется? Зернистость. Тут всякая такая хрень. И все, собственно. Еще можно язык менять отдельно, озвучить и отдельно текста. Ну ладно. Сложность? Нет, не макс. Наверное, надо в названии стрима это написать. Не хочу максимум, потому что его нельзя менять. Окей, почему я пытаюсь кликнуть обратно? Кликнуть обратно в окно игры, да? Мышкой. Наверное, так. Окей. Ну, поехали. Наверное, да. Поехали, но не сразу. Father? What? Did something change? The forest feels different. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. И куда мы плывем? Ну, кроме как вниз по реке, видимо, сюда. Да. Откуда Кратос взял ребенка, я понятия не имею. Наверное, никто понятия не имеет, но я особенно, потому что в предыдущей части я вообще почти не играл. Наркоман Ансаб, спасибо за 25 рублей. Бай, спасибо за то, что твои стримы помогают отвлечься от депрессии. Приятного вечера. Ну, пожалуйста, наверное. Почти не играл, насколько почти. А, ну, я в первую часть там полторы миссии пробежал. Когда-то там лет 10 назад. Ну, не, не 10, меньше. Хотя, может, и 10. В общем, не знаю. Мне не особо тогда понравилось. That was the last. There do I see my mother. Oh, there do I see my father. Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. Do they call to me? Oh, there do they call to me? Oh, there do they call to me?
She's ready. Find your way home. You are free. Sorry. Squeeze. This knife. It was hers. Now it is yours. She taught you to hunt. She knew. Show me. Now? Now. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? In the direction of deer. Okay, this way. Ну ок. Да, я могу ходить. Стоп, почему я могу ходить так? I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt. Это как-то немножко странно. В консольной игре с геймпадом ходить так, а не поворачивать персонажа при этом. Ну ладно. Можешь привести пример нормальной озвучки, удобно ли тебе отвлекаться на субтитры, или ты спокойно воспринимаешь английскую озвучку на слух? А я спокойно воспринимаю английскую озвучку на слух, но на субтитры отвлекаться тоже не проблема. Не знаю. А пример хорошей озвучки не знаю. Не особо могу привести. What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. Как тебе проработка харизмы персонажей и проработка диалогов? Ну, вроде интересно. Но, блин. 10 минут с начала игры. Что это? Ок. Удерживайте, чтобы открыть журнал. И он не открылся. Отлично. Good. Oh. Now what? Ок. Можно прыгать. Way, пропустил еще один. Да пофиг. Oh. Собирать всякие собираемые предметы неинтересно. Ну, это похоже на оленя. Slow down, boy. Sorry.
Прохождение полное будет, а то я только от тебя хотел смотреть его. Я пока не знаю. Если понравится, то полное, наверное. Снег, кстати, наверное, самый реалистичный пока что в играх я видел. Хотя, может, это только на прошке, что он деформируется. Ну, следы есть. Ок. Ок. Окей. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Find it. Окей. Ну, слабая атака, сильная атака, ясно. Ау. Похоже на атаки. И есть лок, и есть уворот. Ну вот. Теперь это Dark Souls. Ау. Черт. Это именно что слэшерный Dark Souls, но это же хорошо. У меня еще и блок есть, который, ай, делается щитом каким-то сумонящимся. Ау, рип. Окей. Поехали еще раз. Блин, оно мне реально громковато. Даже после того, как я потише сделал. Так что сейчас еще секунду. Так. Во, так получше вроде. Парирование есть, посмотрим. Видимо, есть. А, о, черт, да. Правда, не уверен, насколько это помогает. Какие-то они сильно живучие, конечно, для первых врагов. У парня хилка. Ну зачем мне хилка, я и так всех убью. Whoa!
Okay. Там еще один. Даже еще два. А, черт, окей. Ясно. Может быть, все-таки нужна хилка. Почему не кидаешь топор в них? Ну, не знаю. А поможет? Ну, это его даже заморозило слегка или что-то типа того. Могу ли я атаковать без топора? Могу атаковать кулаками. И щитом. Но это как-то не очень эффективно, по-моему. Опс. Далековато? Ну, наверное, надо действительно поселиться немножко. А я не могу пройти туда, так что нельзя. Ау! Окей. Посмотрим. Угу. Минус один. Минус два. Это вроде последний. Close to our woods before. Keep moving. Ок. Ищите целебные камни, чтобы восстановить здоровье. Ясно. Их отбрасывает этот блок, если вовремя его ставить. Да. Поехали в храм за оленем. Can I have my bow back now? Can you hit it from here? We should get closer. Пока боевка может выглядеть довольно унывно, после будут способности открываться, но пока что она выглядит, не знаю, слишком живучей вроде. I went hunting with mother a bunch of times. She never wanted to take me. Why now? It was her wish. And it was time. Okay. Ищи секреты. Ну, не знаю. Я хочу убивать, а не искать секреты.
Сейчас бы сундук прямо перед носом пропустить. Да-да, нафиг. Могу бегать как-нибудь? Или пока нет? Где я тут сундук пропустил? Или не тут? Или что? Не знаю. Обратно выходить не хочу. Тут никаких сундуков не вижу. Но лечиться, наверное, не нужно. Так, а почему там цепь светится? Нет, не поэтому. Видимо, не поэтому. Ну ладно. Ау. 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 Так, я не хочу никого лочить. Я хочу поселиться. Поселиться не очень помогло. Возможно, реально стоит на нормал переключиться. Ау. Ау. Серьезно? Меня это зацепило? Посмотреть, как оно, по крайней мере, на нормале. Так. Да? Да, шкала здоровья врага и все такое. Ну, не сильно, кстати. Лучше стало. Ну, хотя, наверное, получше все-таки. По крайней мере, теперь они адекватно умирают, а не за 40 минут. Так, то ли у меня что-то с наушниками? Но я слышу звуки не с тех сторон, с которых они должны быть. Они теперь стану лочиться, да, кстати. Сзади ништяк был, сзади хилка была. Зачем мне метание топора? А, стоп, нет, зачем мне метание топора? И как мне перестать? А, ясно, зачем мне метание топора? Ну или не ясно.
Туда? Так, секунду. Окей. Так, в воротах справа? В каких воротах? Там? А, да, наверное. Похоже. Atreus, follow me. Ну, окей. Ясно. Ясно. Что я взял? А, еще серебро. Наверное, теперь нужно убрать из названия стрима, что хард. Или я тогда не применил, неважно. Что-то с микрофоном. Не что-то с микрофоном, а плойка гудит рядом. Скорее всего. Слева красная. Что? Да, похоже. Тут еще и цепь какая-то. Почему она подсвечена, но я не могу с ней взаимодействовать? Потому что не сейчас, ясно? Накрой плойку подушкой, чтобы не шумело, да. Хороший план. Я знаю, план еще лучше. Можно ее выключить, тогда она не будет шуметь. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Steady your aim and breathe in. Ок. Good. It's still alive. Your knife. No. Finish what you started. I can't.
Окей. Ок. Враги отвлекаются, количество стрел, ясно. Опс. Что-то я не то делаю. Возможно, стоило... Ау. Да, во-первых, возможно, стоило не уворачиваться в его камень. Во-вторых, возможно, стоило... стрелять ему в светящиеся куски на руках и ногах. Или бить их. Тоже вариант. Окей, направо уворачиваться плохая идея. Ау, совсем плохая. А, может быть, вот так даже? Упс, не, явно не так. Ну, немножко не попал. Не уверен, что мне вообще это нужно делать. Может быть, конечно, надо что-то такое делать, но как-то не получается. Ну, сейчас вообще воткнулась прямо туда. То есть, либо там хитбоксы очень-очень. Либо я не знаю. Ау, окей. Немножко трекинг. Ау. Вот, он топает и отталкивает меня. Это немножко бесит. Ау, окей. Хорошее расположение дерева. Давай сюда подходи куда-нибудь, босс. Ау, рано. Это еще и дамажит? Ау, это тоже еще и дамажит. Таркус нужен впереди, да. Явно. Ну, я его застаню. Ну,
Да, у меня еще и бег есть. Он не очень помогает, но он есть. А, блин, рано перекатываюсь. Окей, так лучше. Сколько раз он это может делать? Бесконечное количество? Ну ладно. Окей. Упс, что? Я подошел к нему и стукнулся в его бревно или чем он там сражается? Зачем он дропнул две хилки? И почему я не могу спрыгнуть и умереть? Огонь дамажит? Не особо. Зачем огонь, если он не дамажит? Окей. Окей. Да. Но хотя как-то это его не очень оглушает, когда он заморожен. Возможно, так и должно быть. А попасть? Не, никак. Ну ладно. Бывает ли что-то в таких бочках? Да. Как минимум лечение. И куда он? И зачем он? Still can't get the doors open, huh? Quiet. Да, Себа Енот, спасибо за подписку. Это явно не так работает. Что, мы теперь сюда? Видимо, да.
R3. No, сойдет. А как насчет парирования? Опс, это было не парирование, это было не кнопка блока. Это было дерево, которое загораживает всю камеру. Хорошо. Да, блин. Надо позже. Не, это тоже его не станет. Точнее, это просто его не станет. Возможно, потом что-то будет. Добивание из дома. Ну, что-то... Что-то похоже. Ну ладно. Если топором не получается, нужно избивать его руками. Руками получается. I told you something was different about the forest. And I told you not to speak. Ок. Ну, вроде тут больше ничего нету. Окей. Допустим. Окей. Есть ли что-то здесь? Не особо похоже. Реально не особо похоже. Ну вот. Даже нельзя всякие груды камней ломать. Туда или туда? Видимо, не туда. Вот там зайди. Ну, наверное, вариант.
Это геймплей. Ура. Можно ломать мебель? Нет, нельзя. Черт. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you... I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Come on then. You want me to hit you? I want you to try. Ow! What are you... Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again! Stop it! Again! Your anger. You can get lost in it. That ahead is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. Who was that? Quiet. Come on out! There's no use hiding anymore. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, beneath the floor. Now! But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Get in. Just tell me what I want to know. No need for this to get bloody. You'd be bigger. But you're definitely the one. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods like a coward. You do not want this fight. Oh. I'm pretty sure I do. Leave my home. You are going to have to kill me for that to happen. I warned you. Finally. You would not listen. How incredibly disappointing. Come on, then. Okay. Point. A topor. Ну, можно и топор. Ау. Ну вот, он уворачивается так несчастно.
Чую, там есть ачивку шатать его без топора, но может и есть. Так. Возможно, мне стоит по-другому использовать комбо. Ау. Ок. Хороший геймплей. Ну вот он поселился, как так. So, care to try again? You talk too much. You won't talk? Fine. Maybe whoever it is you've got stashed in that house will. Okay. Ок. Я даже так могу. А топор могу? Нет, топор. Топор в ярости не могу. Только в кулаке. А, ярость кончилась. Ау. Опс. Ну, что-то как-то получается. Вот. Не обязательно ломать все. И не обязательно быть таким медленным после этого. Body will give out, but before I end this,
one thing. I can't feel any of this. Ну вот. You can't win. I feel nothing, but you feel everything, yet you keep crying. I'm not my brother, and if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no. Let's finish this. Okay. Чувак, сколько раз можно восстанавливать себе фулл хп? Ок. Если бы ты лок не сбрасывал, было бы хорошо, наверное. Это тоже нужно уворачиваться. Ау. Вот это, наверное, тоже. Что-то я не то делаю. Ну или то. Ну хотя бы парировать его довольно легко получается. А, когда он не вот так делает. Он на ПК выйдет? Нет, конечно. Субтитры не попадают. Ну вот, взял я Тригеню. Зачем регент в такой игре?
cannot stay here. Boy. There was so much. I thought. You're all right. I am all right. Come. Gather your things. We are leaving. Thought I wasn't ready. You are not. We have no choice now. Prove me wrong. Yes, sir. Mountain. It's gonna be a long trip. Yes, but an important one. Whoa. How did this happen? Да, действительно, что-то случилось. Ну, видимо, вниз. Сюда все еще не попасть. Или это то, куда я изначально выходил? По-моему, да. Тоже ничего вроде бы. Открой бестиарий. Во-первых, оружие. Что-то я могу с этим сделать? Видимо, нет. Просто посмотреть. Это какой-нибудь запреордер, что ли? Не буду пока что трогать. Но скорее всего. Упс. Так, а что в оружии еще было? Окей. Видимо, просто только визуально отличается, ладно. Навыки. Как их улучшить? Требуется улучшение топора 2. Купить. Удерживатель 2. Удерживатель 1. Упс. Три раза R1, потом R2. А всякие парирования, когда и где и зачем? R1 во время бега. Уклонение. Возможно, оно в щите. Скорее всего, оно в щите. Один-два раза потратить, чтобы пробить вражеский блок. Это спартанская ярость. Ну, видимо, это нужно купить, потому что больше ничего не могу. Ага, во. Контратака. Опс, блин. И у лука там тоже всякое есть. Не знаю, наверное, тогда это возьму. А, да, квадрат. И нужно его 4 часа держать, чтобы оно купилось идеально. И теперь нужно 1000 опыта для этого. Ясно. Карта. Нет. Как зум? Никак?
Здесь ближе нельзя, ясно. Ну, карта как-то выглядит не особо полезно. Бестиарий. Ладно, неважно. На ютубе будет, но запись стримов, да? Отдельно, не знаю, вряд ли. I do not know. What did he want with us? We're nobodies. Did you kill him? I did what had to be done. Could have died. Never leave me alone again. All right? All right. Так, и куда? Видимо, сюда. И, видимо, сюда. You've had to kill people before, haven't you? You're used to it. We do what we must to survive. Animals, I get. They're food. Draugr, they're supposed to be dead. But people, they're trying to survive too. Close your heart to it. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. Do not allow yourself to feel for them. They will not feel for you. I understand. Как игра, ну? Пока что нормально. Хотя меня слегка напрягает Фов. И то, насколько близко камера, в принципе. Окей. Окей, ясно. Не в эту сторону. Go. Made it. Boy. Yes, sir. И, наверное, вот так. Ок. Зачем мне серебро? Пока не ясно. See others on the road? Yes. Friendly? No. They'll try and rob us? Possibly. Yes. Oh. Да, наверное, стоит скинуть цепь. Наверное, стоит вернуть топор также. Нет, не спуститься, а просто скинуть цепь. Полезли дальше.
Look. All this time, there's been a protection stave around our entire woods. But the stave's broken there. Did you cut those down? She had marked the tree she wished used for her pyre. Why'd she do that? Come. No looking back now. Внизу сундук мог быть, по-моему, туда же, куда... Откуда я пришел, по сути. Да. Так что нет, не мог. Я там был. Так, ну и куда дальше? Видимо, сюда. So, how long will it take to get to the mountain? I do not know. Before winter falls? I do not know. Okay, okay. Труп. They don't see us. Should I fire? Wait for my mark. Are we going to attack? Ah, ладно. Топор уже их нет, а? Не морозит? Черт. Почему удар щитом не станет? Он же должен. Сюда там лишний. Вот, я случайно добил его. Ты как-то можешь бафить топор, когда он бафнут тот морозит, ясно? Ну, сейчас морозит. Да, я в курсе, я заметил. Идеально. Окей, лови. Ну вот, он еще не застанен. Все еще не застанен. Теперь застанен. Нормально. Обучение тут очень убогое, да. Ау, ау. Сойдет. R3. Почему? Ау, черт. Ты сразу английскую озвучку поставил или пробовал русскую? Не, не пробовал. Зачем пробовать русскую озвучку, если и так понятно, что она говно? Лок, почему? Ау. Ау. Опасно. Лечилок тут нет поблизости? Это не лечилка. Это лечилка.
Ok. О, это его даже добивает, когда я возвращаю топор. Отлично. Включай ярость, да, кстати, я мог. If you want to help, distract them. Whoever is not my focus should be yours, but only when fit to do so. I can do that. Look there. Там весь его ведерко с монетами возле мостика, да, кстати. Там в начале или где? Или здесь тоже? Потому что там где-то до этого пацан говорил про ведерко. А я это как-то прослушал и прослушал. Look here. Sir. There's a Yetnar settlement ahead. Yetnar. Giants. You can read the writing. Some. Just the language is mother now. But they're all sort of connected, so sometimes I can feel my way through stuff I shouldn't know. You know? Окей. Сюда или нет? Потому что там где-то в других местах тоже что-то было. Плечевка, например. И, видимо, все. Только плечевка. Там, где цепь сбрасывал, да-да-да, там было, но не возвращаться же туда. Вроде такого чувака до этого не убивал топор. Или это немножко другой чувак? Видимо, немножко другой. Anything else? Space your shots. Speed costs accuracy. Got it. Hey, I think there's a chest over there. Ну, это похоже на сундук. Руническая атака. Окей. Окей. L1 плюс R1, ясно? 30 секунд. Их можно улучшать, ясно? Сильных хронических атак, но их у меня нету. Ясно. И откат слева снизу показан, ясно. Not yet. It's fine. See? Рип. Father, help! Hang on! Hurry! I'm slipping! Stay calm! Almost there! Рип. So bad. Slow down.
Your haste will cost us. Sorry. More Draugr. But these aren't moving. Are they dead? I mean, more dead? Boy. Not dead, not dead! Okay. Окей, левел врагов. Понятно. Ну, это как-то сработало. Как-то. Ау. Почему он горит? Ну ладно, не важно. Уже не важно. Наверное, нужно рейнджевого... Немножко убить рейнджевых. Как-то их много. Окей. Ну хотя бы бросок топора их убивать нормально. Относительно нормально. Думаешь, еще не пора на сложную сложность переходить? Не знаю даже. Они тут не особо быстро убиваются. А это прочитать нельзя? Или можно? А, можно, но нужно стоять в километре от нее. Oh, this used to be a marketplace. The giants used to gather here to trade with the gods a long time ago. Wonder if Odin was ever here. Something's breaking through the wall. Что? Где? Ясно. Чувак с топором, бывает. Окей. Как насчет умереть? А, окей. Это еще и не убивает, это просто. Просто дамаговая хрень. Как-то много их. И какие-то опасные они. Ау. И как-то хилка не хилит. Наверное, нужно так сделать вообще. Ну, правда, это не так уж сильно помогает. Окей, ну эти хотя бы легкие. По крайней мере, более легкие. Чаще приказываю пацану стрелять, но я не уверен, насколько это помогает. То есть, как бы, да, враги на него отвлекаются. Но дамаг так себе.
Могу я, кстати, что-нибудь еще анлокнуть там или что-нибудь такое сделать? Нет, 248 экспи это недостаточно. А еще где-нибудь что-нибудь есть? Труп какой-то подозрительный. Нет. Там еще ведро. А если так? Нет, не помогает. Ясно. Опасно. Совсем опасно. Лок сбрасывается постоянно. Да, блин. Ну реально, то, что лок сбрасывается, это бесит. Ну, по-моему, это не помогло. Тут и так угол обзора очень мелкий и неудобный. Оно еще и сбрасывает лок при некоторых действиях врагов. Окей. Поможет? Слегка. Но слегка. Блин. Как насчет умереть все-таки? Да. Окей. Сколько у меня экспо? 258. Недостаточно. Сюда. Возможно, стоило вниз спуститься? Или, возможно, все равно придется вниз спуститься? Может, там вроде можно было куда-то? Или нет?
Да, явно можно было. Почему у него фиолетовый хилсбар? Ау, ясно. Ладно, попробуем еще раз. Чувак, почему у тебя фиолетовый хилсбар? О, он еще и не блокируется даже. Ок. Ок. И станется очень плохо. Ау. Ваня, попробовав озвучку, сказал, что она говно, но она всегда говно по дефолту. Окей. Ок. Он меня просто с фулл хп ваншотит этой красной атакой? Или нет? Вроде бы да. Ну хотя она... Я могу ее заблокировать один раз. Сойдет. Окей. Как игра-то вообще? Ну, не знаю. Нормально. Почему обязательно поднять камеру, чтобы прыгнуть? Кинь топор в лужу с пузырями, блин. План, наверное. Поехали обратно вниз. Но вряд ли. Да, это ничего не делает. Русская озвучка хорошая, вот перевод кривоват слегка. Ну не бывает хорошей русской озвучки. Отличная засада, чувак. Пока. Хорошо, что враги, которых скидываешь в пропасть, успевают кинуть свой лут обратно вверх. Так. Это все, конечно, круто. Но пойду-ка я сначала сюда. Или нет? Не, это все тоже, конечно, круто. Блин.
What's that over there? Найдите и разгадайте три печати. Разгадайте это, киньте в них топор? Да. Окей. Хорошие печати. Но, видимо, остальные немножко дальше, или я слепой. Или еще что-нибудь такое. If we encounter men, you will stay out of it. Understand? But I can fight. You will stay out of it, boy. Speak no more of this. Слева? Там? Или где? Слева откуда? А, да. Топор. Почему? А, ну или так. Ну, не знаю. Нельзя было там еще сильнее камеру призумить, чтобы вообще ни хрена не найдешь. Недолет. Так, выйдет? Выйдет. Окей. Chains on both sides, maybe? Кусок макс хп. Там в сундуке ритуальная кровь один, да. А лут подобрать нельзя? Пока бой. Так неинтересно. Зачем нужен ближний бой, если можно метать топор? Ау, черт. Boy, over here. Yes, sir. I've seen this footage before. Это какой-то неправильный лут. Потому что паром надо целиться, они все умеют в прицел геймпадом. Он как бы автоматом наводится на залученного противника. Ну, в смысле, он прицеливается автоматом в залученного. В общем, лучишь противника, кидаешь топор просто. Ничего не нажимая. Не прицеливаясь. И он попадает. И смысл? Что там по опыту? 425. По-моему, мне 500 нужно для чего-то. Look here. It says his name is Fungnir. Mother told me about him. A giant warrior made of stone. Looks like he was in a pretty big battle. Odin's there, Thor, even the world serpent. Oh. Thor must have smashed his head apart. See? But look, Hrungnir's body squished him. Idiot. Окей. Ну, теперь опыта хватает. Так что...
Поехали что-нибудь? Серия слабых атак. Может быть? Может быть. Или удерживать R1. Требуется улучшение топора. Где взять улучшение топора? Это выглядит более полезно. Ладно, пофиг. Это возьму. Зачем нужны ресурсы? Понятия не имею. Это же сундук. Так, и все-таки куда мне и зачем? Потому что тут как-то все кончается. Хотя он там ведро. Хотя оно падает вниз, и туда как-то не хочется уже спускаться. Или просто тупо отсюда нужно было? Да, просто тупо... Нет? Нет. Снизу все-таки? Может быть и снизу? Ну, по крайней мере, отсюда можно попасть. Окей. Теперь, видимо, можно и сюда. И сундуки всякие открывать. Если бы в сундуках была экспо, было бы полезнее. Зачем столько хилок, если я даже урон не получил? Ладно, тебя убью. И не так уж важно кого. Ну или не убью, а продамажу. Тоже вариант. Ау. Как-то их много. Ау. Окей. Как насчет умереть все-таки? Умереть все-таки это не уворачиваться, когда тебя в ярости избивают. Окей.
Окей. Серьезно? Окей. Сойдет. Почему я R2 постоянно нажимаю для блока, а не R1? Окей. Ау. Ау. Окей. Не, не совсем окей. Что-нибудь еще интересное тут есть? Видимо, нет. Так что, видимо, эту хрень крутить. Сойдет. All these dead. You think it's safe in there? You think it's safer out here? Всякая сталь. Дайте мне уже проапгрейдить оружие. Keep them alive. Strip off their meat. A little at a time. This fight is mine alone. Okay. Пока, чуваки. Как сложно. Это там зачем? Укрытие это нечестно. Ау. Ну вот.
Теперь их обратно убивать. Что-то у него эта полоска стана обратно сбивается слишком быстро. Ау. Ок. Ну, конечно, интересная атака. И полезно. They came back. It is finished. I want to leave here. Then collect yourself. We must find a way out. That chain. Какая цепь? Что? Где? Here. Go drop the chain. Okay. Можно ли топор в ребенка кинуть? Надо потестить. Ну и что? Atreus, the chain. The chain, right. Не кидается. You are in your head, boy. Let it go. He would have killed you. I know, I had to do it. I didn't know that, I just... And we will go home, boy. What? To give up this easily. So close to the start. Wait, no. I'm not giving up. I can do this. I just have to, you know, catch my breath. Come on up. I'm ready. Okay. Точно нельзя? Не, не дают в него прямо кинуть. Можно рядом. И туда нельзя. Видимо, сюда. Listen to me. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. I understand. Рептица? Пойду вниз. Хотя, возможно, мне сюда и надо. Или нет. Или да. Ну, это плюс 10 экспо. Уже хорошо. И вообще, я вернулся к началу, ясно. Ха!
Почему нельзя ломать эти камни? Okay. Can't get this slow-eyed cock-hump to cross the bridge. It's because she's scared of something in the trees over there. There's what now? Father, throw your axe at those trees on the other side of the bridge. The ones with the white trunks. Туда? Ясно. Smart or something, boy. You're a boy, aren't you? Ha! She have a name? I don't know. Rude bastard ain't ever asked mine, so ain't ever ask hers. Ah! Ha! What's yours? Brock. Vera Logan. Say, you're not gonna believe me, but that axe you got, it was me what made her. Me and my brother was one of our best. So don't let nobody else go work on her except for us two. You gotta handle her special, or she'll wreck beyond fixing. I can enhance her for you right now if it so pleases you, son of a bitch. So what say you? You are right. I do not believe you. Come, boy. There's a rune in the shape of a fork under the grip. No, digger beat ya, doomber. That was our brand, my brother and me, before we split. I got half of it right here, see? Look, you want I should upgrade her or not? Very well. I expect an improvement. So, where's the other half of the brand? All my dumb brothers got it. But I got all the talent. Look! Sure, I... Про улучшение оружия. Так. Окей. Плюс 20 силы. Неплохо. Увеличение урона, от стихийных... От стихии иронических атак. Уменьшение получаемого урона, увеличение максимального здоровья. Ясно. Окей. Только так будет, да. Так. Броня. Наверное, пригодится. Так. Выбрать. What you need? What else? Не нужно.
Броню тоже улучшать не хочу. Купить ничего нельзя, продать артефакты. Маски. Ну, не знаю. Можно, конечно, лук улучшить. Или броню. Чтобы не умирать настолько. Броню еще и дешево. Ну, один раз. Ладно, могу и то, и другое. What's it gonna be? Well, don't look now, but our friends who were hiding in the trees are back for more. Go on, give that axe a twirl. Got room for me behind there? As long as you don't break nothing. Ну, как-то не очень заметно, что дамага весь стала. Ау, ау. Ау. Как-то вообще незаметно, что стало лучше. This road, it leads to the mountain. Should put you in the right direction, sure. Want to see my wares again? Через ворота к горе, то есть туда? Это не сильно помогло. I'll be thinking of a name for your beast. How about I name her fucking gratitude? Hey, fucking gratitude, come over here. I like it. И зачем? Просто шорткат? Или нет? Нет, там сундук. И вот это уже шорткат. Но зачем? Правда? Или не-не-не, не шорткат все равно. Everything else you fight. Until I say stop, or we are dead. Understand? Pull your weight, or we go home. I understand. Good then. Ок. Просто у них тут слева подстраивается под силу персонажа, как в РПГ. Да. Возможно. Будет ли полное прохождение этой игры, пока не знаю. Никуда подевалась ПВП-пятница. Ну, не играю ни во что ПВП-шно. Последнее время. Так, ну ладно, эти ворота я могу открыть, в принципе. А тут что? Левого мобов рядом с полоской показан, я в курсе. Это туда же примерно. Ясно. С ним можно поговорить и... Guess it was the last thing we saw eye to eye on.
What? You want a hug? Hit the road. Sorry. Скилл пушки, точнее, урон добавится. Тоже вариант, конечно, но экспа нет. А, в надели броню с гнездом для чар. Ну, плюс защита. Ладно. Блин. Интерфейс, конечно, здесь. Опыта ни на что не хватает, так что, в принципе, блин, не особо важно. Разин во время бега. Выполняю уклонение. Не, ну это конкретные навыки, это на урон не особо влияет вроде бы. Ладно. Видимо, поехали сюда. Это чтобы обратно идти. Это чтобы вперед идти. Это выглядит неприятно. Точно можем. Возможно, я наркоман? А, да, точно наркоман. Как все-таки игра пока чувствуется? Есть желание продолжать, чтобы узнать сюжет, прокачать персонажа, исследовать мир? Даже не знаю. Пока что так. Нормально, в принципе. Но не то, чтобы прям 10 из 10. О, господи, 10 из 10. Наверху справа было что-то. Там? Там был сундук, но до него не добраться отсюда. По-моему. Ясно. Ну вот, они перепрыгнули. Черт. Ладно, так тоже можно. Ладно, я могу их кулаками его убить. Чуваки, зачем вы там? Чё-то, по-моему, оно... Не то, что не улучшилось в плане урона, а еще и хуже стало. Потому что раньше я этих рейнджевых проволевленных мобов фаншотил. По-моему, апгрейды не так работают.
Что, нельзя уже сундук открыть, пока враги живы? Ау. Ну вот. А я его почти довел до того момента, что его можно добить. Вот так примерно. Ну, добить, да. Серьезно? Как-то ему пофиг. И добивание, и тот факт, что его на шипы кидают. Опять рун разгадывать. А, да. Не хочу руны разгадывать. Если увижу, то сделаю что-нибудь. Если нет, то хрен с ними. Сундук открыл, но он же рунами закрыт. Теперь потолок это пол второго этажа. Кстати, может быть. Надо проверить. Опс. Кстати, да. Или нет? Да. А, не, это как раз сундук такой наверху, а внизу был обычный сундук. Я даже вижу одну руну. Только она так расположена, что я ее отсюда не могу достать. Я вижу вторую. Я вижу третью. Да заберись ты уже. А это тот сундук, который снизу был видно. Так ты поднимись. Не уверен. Я лучше спущусь. Поможет ли это? Где оно вообще было? Видимо, нет, не поможет. То есть надо реально подняться было. Но зато этот сундук есть. Справа? Что справа? Не, ну видно, что она там есть или нет. Или я наркоман? Над сундуком это тот сундук верхний. Это не то.
Ok. Окей. Это на максимальную ярость. Ясно. Ну, оно особо... Особо того не стоило. Одна треть апгрейда максимальной ярости. Я вижу лут. Не особо, опять же, полезный. Hey, look at that. What is it? Boy. Look, there are runes written along the side. What does it say? As we are, we two, we three. As I alone can never be. A riddle. Maybe there's a clue around here. Ну, возможно, туда можно вкинуть топор? Нет? Нет, это ничего не делает. Seems like maybe those rings should be turning. Эти кольца или какие кольца или эти какие? О каких ты кольцах, наркоман? Слышишь загадку, кидай топор. Да, хороший план. Ясно. И теперь нужно попасть. Ясно. Say. Oh, it says family. That's not a clue. It's the answer. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Kinslow. Something happened! Только к Fallout'у? Да, похоже. I'm happy we met Brock, but I'm happier we're leaving this place. It is behind us now. А я пойду в эту сторону. Тут вон что-то непонятное. Смотри наверх. А, там? Или здесь, или где? Да, я наркоман. Не слушаю, что он говорит. Там, где были какие-то стрелки? Ну, блин. These tracks. A boar, maybe? Not sure.
but I'll find it. Go. It is important for a warrior to keep his skills sharp. Ну-ка. Ну, не знаю. Тут, конечно, какая-то веревка есть. Но, по-моему, она не очень помогает. Еще тролль. Окей. Ау. Этот тролль не один. Он привел друзей. Стоп, я же могу еще вот так сделать. Да. Еще раз вот так сделать. Ок. А кто здесь еще жив? Ты? Нафиг. По-моему, они респаунятся просто. Окей. Рип. На этот раз намного проще. Но, по-моему, не из-за того, что я топор проапгрейдил. По поводу харда уже передумал? Наверное, да. Сильная руническая атака. Окей. L1 плюс R2. Ясно. Еще и рукоятки менять можно. И еще один сундук. Ну, блин. Наверное, так сначала. Окей.
Стрим будет сегодня длиннее. Наверное, примерно до 10. Может, поменьше. Но дольше, чем до 9. О, она еще и на время. А третья где? Там. Ясно. Да блин. Серьезно? Просто вообще никак не долетает. Ладно, я подойду поближе. Перелет. Ну ок. Еще одно яблоко и будет больше хп. Полезно. Если зажимать кнопку броска, будет кидать дальше. Так, ща. R2, по-моему, кидает, по крайней мере, сильнее. Если зажимать, ничего не меняется. А R2... примерно такую же дальность. Просто другая немножко траектория. Значит, наверное, не сюда. Или больше некуда. Вот здесь подъем куда-то есть. Не очень полезный подъем, но все-таки. А здесь сундук. Тоже не очень полезный. Ок. But I hit it, didn't I? I did what you said and it looked like it bounced off. Could the boar be magical? What do you think? It looked weirder than any boar I've ever seen. Get after it then. Как тебе общая производительность игры? Ну, стабильные 30 FPS. То есть так себе. Но... Stay alert. More of those people? Something else. Но лучше, чем некоторые... Bloodborne всякие. А, ясно. There's Draugr here too. Is he fighting? Черт, нет, нельзя на крышу, как так?
Почему нельзя? Окей. Враги существуют. Удивительно. Блин, этот звук у этой атаки. Еще сундук. Как-то не знаю, как бы локации со всякими секретками и всем таким, но в них ни хрена полезного нет. Потому что в них ни хрена полезного не может быть, потому что там только деньги и прочее уныние подобное. Так что вроде как есть что исследовать на локациях, но... Смысла в этом не так уж много. Open World и лут прикручены только потому, что сейчас это модно. Ну да, что-то типа того. Еще и вот эти вот апгрейды оружия и брони. Со всякими этими сокетами. С бессмысленными плюс 2 защиты и прочим. Видимо, не сюда. Сюда. Эти плюс 2 к защите влияют на скиллы, если наберешь кап, будут бонусы у скилла. Не, ну понятно, но все равно, блин. Меня бесят такие вот системы кастомизации, когда сокеты в шмоте и в них там вставляются какие-то камни, у которых какие-то там статы и все такое. В Bloodborne такая хрень меня бесит, в Shadow Warrior 2 такая хрень меня бесит. Поя, ну джевелы в поя, в принципе, что-то близкое, но. I'm so sorry. Keep that pressure on. The blame is mine. I should have kept a closer eye. Will he die? I will not let him. You, the arrow cut a tight way inside him. Find both ends and hold them tightly. Start with the left side. Grab it and hold. Ah. Now the right side. Hold it tight. Good. Now pull them together. Line them up. So now... You're a witch.
I can't finish the healing here. My home is just beyond the trees there. You will carry him. He must not die. Good. He seems stable and calm for now. Greythar. This way. Ну ок. Нести кабана — это увлекательный геймплей. I've never seen you in these woods. She must miss you being away from home. She's dead. We're taking her ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was her last wish. Boy. I'm sorry for your loss. Спасти рядового свина, да. We're here. You live in a tree? Not in it. Below it. Hemele! Look! It's all right. Ну вот. Такую хрень убить дадут? Is he friendly? Boy. I promise you. He's safe. You won't hurt anyone. Quickly. Кабан, что ты делаешь? You live alone? It's better this way. Yeah, my father doesn't like people either. Boy. Well, you don't. Hold him still before he hurts himself. Good. Easy. Rest now. I need two more things. Fresh red root grows just behind the house. Can you pull a cluster? What else? I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? That is none of your concern. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. I know. When they find you, and they will, they'll make things difficult. The boy will want answers. That will be my problem. Whatever you're hiding, you cannot protect him forever. But you're right. Doesn't concern me. I also need lamb's crest. Do you mind? A white petal flower in my garden? Just a handful. Fine. Lamb's crest. Сейчас цветок будет боссом. Видимо, нет. Где ее сорвать? Наверное, не с этой стороны. Или с этой? I like her. I mean, she lives under a turtle. You are too open with her. We do not know if she can be trusted. She hasn't tried to kill us. Yet. Это? Да.
Тут до босса еще пару стримов, ну блин. Have you the red root as well? The boy is searching. Perhaps he could use help. Please, the salve is nothing without both ingredients. Hmm. Okay. Would this help? I dropped it? When you were chasing the animal. What's wrong with me? If I lost it then... You did lose it. I'll take better care of it from now on. Ну как тебе новый бог войны? Не знаю. Неплохо, но и не супер. Thanks. You want solitude? This mark will hide you from those who might make your journey difficult. That leads safely out of these woods. Follow this path down, then head towards daylight. Will we see you again? As much or as little as you like. Now get out of here. Oh boy. This underground passage should put you back on your path to the mountain. Just use the boat. Wait, and take this. You can use it to orient yourself and navigate the world. It will always steer you towards your goals. Окей. Бывает. Кента 4Т1С, спасибо за подписку 12 месяцев подряд. Ну, теперь у меня есть компас, который показывает, куда идти. Теперь это Skyrim? Ау. Черт. Nightmares. Mom used to tell me about them. Didn't think they were actually real. Nightmares. Yeah. They give people nightmares. Or they are nightmares. I don't remember which. I wish I could ask her. 3 часа прошло, дали компас, да. Ну, это выглядит так, как будто с этим можно что-то сделать. Но с этим нельзя что-то сделать.
Зато сундук. Что? Окей. При мне не нажмите один плюс круг. Ну, допустим. И что, это вообще одноразовая какая-то хрень, или это просто с кулдауном хрень? Видимо, с кулдауном. Но оно не пишет, какой кулдаун. Не уверен. Там под мостом одному ведьме вроде руны были. Тут? Или что? Вот это вот что-то такое непонятное. Но нет. Atreus, to me. Пока, чувак. Да, там сундук. И что с ним делать? Неясно. Ну, это еще сундук. Стоп, могу я дальше вперед двигать? Могу. Когда уже будет мимик? Да. Было бы неплохо. Do not touch the water. Why? Do you know what is under the surface? No. It's pitch black. Then do not touch the water. Окей. Ну, это не ясно что. Совсем не ясно что. Стримить еще его будешь? Или сам пройдешь, или забьешь? Я даже не уверен пока что. Мне прям не настолько вот нравится, чтобы до конца проходить. Ну, не знаю. Могу я на лодке по всяким вещам плыть? Видимо, могу. Или нет? Это же лучше, чем DS в сотый раз? Нет? Туда я как-то вообще могу попасть? Видимо, нет. Может быть, стоит все-таки посмотреть, что еще тут было. Ну, блин, тут больше ничего особо и не было. Правильно? Не могу эту хрень двигать как-то.
Ладно, хрен с ним. Поплыли дальше. В Demon's Souls никогда больше не планируешь? Я бы поиграл, но, блин, на эмуляторе как говно работает. Не, на эмуляторе тоже. Еще и там проблемы с тем, что нужно подключать PS3, как что-то делать, чтобы записывать с нее нормально или стримить. Это лока для бэктрекинга, компас дали, туториал кончился, начался open world. Ну. Did she speak of one who could feel no pain? Oh, that sounds like Baldur. Baldur. An Aesir god, son of Odin and Frigg. And Odin is king. That's right. Why do you ask? В общем, если начался open world, это повод дропать игру? Ну или не знаю. Интересно, геймплей завезли? Не очень, на самом деле. Напомните, как эта хрень называется? Змей. Скандинавский. Йормунгандр или что-то такое? Куда я плыву и зачем? Теперь в сотый раз DS намного лучше, чем это, да. Плыви на точку, но там тупик. Не знаю. Я буду плыть сюда. Даже куда-то приплыву? Или нет? Нет. Ну ладно. Буду плыть на точку. Может быть, поможет. Что-то эта точка как-то странно перемещается. It reads, sacrifice your arms to the center of the water.
awaken again the cradle of the world. What? Throw our weapons into the water? Guess that won't be a problem for you. Are you gonna do it? Rip. There's a shipwreck way over there. See that? And there's a statue of Thor. Except I can see a lot more of him now. The water dropped, and the serpent rose. Oh, that must be why the beach wasn't there before, see? And there's the mountain. Look it, that building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. We're going to the dock first, right? We'll be the first people to walk on it in who knows how long. You know of that serpent? He's one of the giants. He's so big, he's wrapped around the whole world and bites his own tail. An exaggeration. I don't know. Looked pretty big to me. Knock. Поехали сюда. I think this has been here. A very long time. Is this the way to the mountain? It would seem. If it isn't the bearded beaver, it is Saxy. Have I got something for you too? Brock? But how did you... None of your fucking business. Now get in here. I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. I saw it first. Okay. What do you think he wants? To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. Okay. You rust around like that everywhere? Yeesh. Catch! The pile of rocks there? With that key of Yggdrasil, you can open a magic door to the branches of the World Tree. A shortcut between the realms. If you ever see them out in the world, use it to get back to me quick. But it's only one way. Straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, never, ever, never, ever throw yourself over the edge of the path. Lest you want death. Yeah, I don't see us wanting that.
Вода была, и теперь там, видимо, в пещере тоже воды поменьше, но лень возвращаться. А, да, можно улучшать броню. Я в курсе туториал. Броня для рук. Оружие уже не улучшается, точнее не уже, а пока что. Талисман тоже. Ускорение восстановления стрел. Это хуже. Это лучше. Это тоже вроде получше. Рукоять для топора, во. Окей. Благословение восстановления. Высокий шанс получить дар силы при успешном ударе палача. Что за удар палача? Надо посмотреть. Но дает силу и удачу. Сойдет. Пару уже разнообразие какое-то есть в игре? Пока что нет. Топор и все. Так, надо вообще посмотреть. Ага, удар палача это R2 заряжена. Ну, пусть будет, наверное. Что с этим порталом? Ничего, по сути. Оттуда я пришел, а там что? То же самое примерно. Но лут. Ну и видимо сюда. И видимо опять пазл. Почему оно подсвечивает? А, вот. Нет, не пазлы, просто лифт. Ну или пазлы. What is this? A horn. Here's the end. Can we blow into it? Without knowing the outcome? Well, we usually push every button, pull every lever we see. Outcomes we can predict. No, this is something else. We must develop your instincts. Ну вот. I knew it. We are blowing the horn. No. We are testing your resolve. I have resolve. A bunch of it. I won't blow into it if you don't. Вот. Даже подудеть нельзя. Вроде. Ура. Ясно. Окей.
не знаю. Либо это враги слабые, либо все-таки с навыками получше стало. С дамагом. А эти? Тоже? Видимо, тоже. Видимо, они такие же примерно. I told you. We should come back with a cipher. Там новый DLC вышел к Жука Рыцарю, да, но не знаю, она какая-то мелкая. Один босс и всякое такое. Ау. Да блин. We should come back with the cipher. Ясно. What is that? It smells awful. Poison. Почему не использую щит? А надо? У меня и так неплохо получается вроде. И что с этим делать? Чувак, ты в курсе, что ты в ядовитом облаке стоишь? Что? Какие странные здесь сундуки? И что это? Не ясно. Но рип. Не, не рип. Не рип. Как насчет взаимодействовать как-то с этим или что-нибудь такое, не? Это хилево? Нет? Да, хилево. Oh, what were those things? They smell awful. Your mother called them scorn poles. Poison magic. She was the one who showed me how to disable them. What? It's just funny to think of her teaching you something. Yes. Можно было еще туда попасть, но вроде бы это то, откуда я пришел, возможно. Не уверен. Another door. Should we? No. He is of no consequence. Excuse me, but how did you come by that axe? That is my concern alone. And while I won't dispute that, I know that blade. It was one of ours, but we didn't make it for you. Step aside. I can't. See, the woman we made it for, I was, well, I am qu-
quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her. It was my mother's. She left it to father before she died. Face dead? I'm very, very sorry to hear that. She was a fierce warrior. And a good woman. Okay. I will make improvements to the axe. But nobody asked you to. Well, it's true, but... But knowing your mother, she would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her axe by my brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brand's here. The blue one is your brother. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. Do not undo his work. Improve upon it only. Yeah, but can you put it down over there? That handle is... No. Filthy. Okay, then. I will just... Oh. 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 Oh, is that dried blood? Oh. So, what were you working on? Oh, that. I call it the Sky Mover. Just up that mountain waits a treasure trove of rare resources. Once I mine it, I'll need a way to bring it all down. And you know how to fix it? Not even a little. Как-то он не особо улучшил топор. Нафига это вообще было? I'm feeling creative today. Рука здесь тоже можно улучшить. Туториал, иди нахрен. Что от этого? Плюс 2 силы. Плюс 3 удачи. Ну не знаю, пусть будет. Lay his hands on it again, but if he does, tell him to temper his steel longer. He's warping the bit work. Don't let the Draugr get you. Did you really make that axe for my mother? Oh, I'd recognize it anywhere. Ask me. It's one of our best. Infused with the echoing screams of 20 frost trolls. Give or take. But why her? How did you know her? She sought us out in the beginning. She was a special woman. She wanted to protect people. I suppose we thought it was a chance to give power to someone who'd use it for good. She even spoke our native tongue. She'd say, Madhurin sem Gengur, egen vigum hans. Gengur I. That's right. That's impressive. I see a lot of her in your eyes. You know? Thanks, Sindri. Don't touch me. What? I didn't. I won't. I'll come back later. Okay. Зачем тут лечилки? Ну хотя до этого было вообще разъедом, конечно. А, ну, или за этим. Что за фигня? Чуваки. Ау. Окей. Okay.
Это вариант, в принципе. Это его убило. Ау. Это его убило. Это эту хрень заморозило. Упс, это я зря. Хотя нет, не зря. Где еще враги? Ясно. Ну, можно крутить руны. Видимо, где-то сундук. Но где? Вращайте рунобан, да. I'm still fixing that. Stupid head chief. Tell me what's wrong with you. Откуда яд? Или я слепой? Не уверен. Возможно. Тут отсюда яд. Но я не уверен, что мне сюда. Это, конечно, сундук, но не тот. А, вон тот сундук. Окей. Это считается, или оно должно быть именно повернуто правильно? Видимо, повернуто правильно. Но при этом тут еще и два варианта. Допустим. Окей. Должно быть такое же только в сторону, вроде бы. В эту или в другую? В эту. Ну вот, это еще и не то. Не то, что нужно было. Ну теперь остается либо сюда, либо туда, где яд. I can't tell. Are we getting closer to the mountain? We are. Ну, хотя здесь тоже яд. И, похоже, мне все-таки сюда. Что тут происходит? Не уверен. Для рук. Минус живучесть, точнее минус защита, плюс восстановление. Пусть будет. Это не то, что я пытался сделать.
Ну стоп, если мне сюда, потому что мне, видимо, сюда, то что там? Кроме возможности сбивать трупы. Он телепортировался ко мне? Или что это было? Безумие. Окей, видимо, с этим нужно что-то потом делать. Как и с этим. Ясно, зря что я возвращался. Видимо, все-таки сюда. Блин. Вот применяешь ярость, а оно телепортится нахрен. Еще и лок сбрасывает. Какого хрена? Топор, почему ты промахиваешься? Сойдет. Not bad, but not good either. Кратос только что описал игру. Неплохо, но и нехорошо, да. Ведьма останется стрелами Атрея, да, но... Это не сильно помогает. Топор. Что ты делаешь? Do you think for this last leg up the mountain that maybe I can carry her? I told you no. Why? She meant more to me than you anyway. What? I just meant I spent more time with her. You were off hunting a lot. It would serve you to stop talking. Hmm, собаки. This was kind of sick. No! Да, парируй собак. Сойдет. Вполне сойдет. М-м-м.
Да, ясно. Круто. Мини-босс или что-нибудь такое? Или не мини-босс, а хрень, которая умирает в заставке? Или не умирает? Ясно. Так, ну как-то у меня хп маловато. Да иди нафиг, кто-то там. Окей. Он хилится, что ли? Или что он делал? Это не тот, в кого я целился. Да, они хилятся. Это повод делать вот эту атаку. Она дамаговая. Она ваншотит. Как насчет не иметь такого трейдинга? Черт. Сойдет. Ау. Далековато? Ау. Не. Это так не очень хорошо работает. Как насчет этой? Немножко лучше. Как насчет этого? Тоже вроде неплохо. Ау, это не то, куда я пытаюсь перекатиться. Вообще не то. Как-то уешно. Ну, неплохо. Можно убивать врагов огром. Я, правда, слишком поздно заметил, что его можно было дамажить при этом. Ау. Ау. Сойдет. Смерчащее пламя. Да, это для апгрейда оружия. Ч
Чары, повышающие силу и силу рун. Ну ок. Похилиться бы еще. Это ярость. Я, конечно, могу вот так слегка похилиться, но это слегка. Тут ничего. И, видимо, дальше сюда. Вообще, я думаю, может, на этом закончить на сегодня. И, может быть, не только на сегодня, не уверен. Indeed. В общем, не знаю. Вроде сейчас бодрее стало. Ну, оно так раз в полчаса бой, и в нем более-менее так неплохо весело все. Но все остальные полчаса это немножко уныло и неинтересно совсем. Ладно, не знаю. Может, постримлю еще когда-нибудь. Может быть, завтра, может быть, в понедельник. Не уверен. Можешь подвести небольшой итог, раз стримов по игре вполне может и не быть. Ну как, когда геймплей есть, он, в принципе, неплохой. Не то, чтобы прям 10 из 10 офигенный, но неплохой. Но большую часть времени его нет. Пазлы унылые. Огромные локации, в которых там куча секреток, в которых ничего полезного нет, унылые. Что еще? Туториалы через жопу сделаны. Фову боди, да. Сюжет, не знаю. Пофиг. Чем Вов не угодил? Тем, что он 60 или типа того? Добивание однообразное. Ну да. Боссы? Ну, боссов было сколько? Два? Или типа того? И они были тоже так. Не то чтобы особенно крутыми и интересными. Зато музыка хорошая. Ну да, музыка неплохая. Но ее как-то тоже маловато. Ну ладно, неважно. На сегодня я на этом в любом случае закончу. Не уверен, буду ли еще стримить, если да, то когда. Но я надеюсь, вам понравился этот стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.